Арфа? Точно, арфа. Он произошел от лука. То есть натягивали тетиву, блам-блам-блам-блам. Звучит по-разному, и так произошел этот инструмент. Есть два вида арф. Один оркестровый, а другой... А другой вы сейчас увидите, на самом деле. Вот. Сейчас для вас сыграет его, сыграет на этом инструменте Анна Мамаева. Встречайте ее бурными аплодисментами. Немножко можете развернуться, чтобы вам было видно, слышно. А можете взять стучку на карту.